Сургуте будут судить иностранного беглеца. В Югру он приехал из Таджикистана. Летом этого года молодой человек попал в колонию поселения за грабеж. Однако, зная, что его подозревают еще в одном преступлении, иностранец совершил побег. Но вольная жизнь была недолгой. Преступника задержали. Теперь его будут судить еще по двум статьям – грабеж и побег. А это до 4 лет тюрьмы.